Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фуфло, Гусанек, Фокси, Сергей Тайм, Гафака, Плеймаркет, ЛТВ, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Смотрите, какая у нас будет сегодня карта, и будем убегать от аниматроников. В принципе, даже если вы видите, что аниматроник вас догоняет, можете просто прыгнуть в лаву. Если печь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, не поддавайтесь, я хочу, чтобы он играл все 40 тысяч минут. Ой. А у меня на лапу. Да блин! Да я зацепился там в какую-то штуку, да что за бред, нас быстро убивает, пацаны. Так, я теперь хочу убить Гусанька. Все умерли, еще живой. А может мы всех уже убили? Нет, а не всех, хорошо. Так. Где он? Ты один, Гусанек, остался? Да. Ты где? Ничего себе, кстати. Вон он бежит. Сейчас его поймал. Давай, я его тут, кстати, подожду. Летучий гусь. Есть! Мы быстро слились. Мы поддались. Это первый раунд, это был тренировочный. Сейчас мы будем очень хорошо играть, правильно? Да. Раунд номер два начался. Я вижу, что я очень быстрый, поэтому я сейчас вас всех быстро убью. Ну давай. Да. Я тебе не верю, ты врешь. Ну смотри, давай, смотри. Ну вот, ты бежишь. Кстати, у тебя реально какой-то аномально быстрый аниматроник. Первый. Есть, в попе шерсть, красава. Блин, у него Голден Фредди, нам жопа, беги, Гафака. О, Дима. Что? Нет. А! Да как ты меня убил? Да ё, я через стенку за жопу схватил. Ну, блин. Почему он через такое большое расстояние? Не знаем, это как-то нечестно, вы заметили? Я свой уже. Вот это он быстрый. Можем выбрать чуть-чуть помедленнее все. Нет, мы должны играть вот так вот и страдать. Это ролик, где все умирают каждые 5 секунд. Я знаю, где Пупи. Че, мы всех опять убили? Что за раунд за минуту? Нет, Фуфлик живой. А, это нечестно, ЛТП, это нечестно, как мы тут доберемся. А че, Дима, там тоже? Да не, нормально все, это убивается, пацаны, вы не переживайте, это убить можно. Я его уже убил. На этой карте невозможно где-то спрятаться. Да. Че, опять всех убили? Ребята, взял медленнее аниматроника, чтобы им было полегче. Дима, ты меня не поймаешь, ты лох. Да поймай, я хочу, чтобы вы немножко покайфовали, а потом уже, ну все. Давай, Дима, залезь. Бей меня. Ага. Пацаны, он в лаву упал. Ты такой молодец, мне нравится, что ты такой классный человек. Так, нас двое уже. А, ты взял Фокси быстрого? Ну хорошо, давай я тоже возьму быстрого. Страдать так страдать всем. О, Гусанёчек, я ж тебя там убью. Иди сюда, Гафака, отстань от меня. А ты куда делся? Я улетел от тебя. Красавчик, я думал, я тебя все-таки замочу через потолок. Убегайте, пацаны! А ты что там делаешь? Ты что там делаешь, слышь ты? Ты дурак, что ли? Я не могу убить! А, могу. В воздухе вместе с ним свалился. Это было мощно. Ой, извини, Саня. Так. Погнали, вот, я вижу какой-то огурец вонючий. Ой, блин, своего убил, извиняюсь, не хотел. Случайно. Я хочу жить, отстаньте. Ты не выживешь. А я один остался, что ли? О! Да, получается. Все, я последний остался. Ну все, ты победитель. Хэштег жить, хэштег жить, хэштег жить, хэштег жить. Вот я вижу его. Он бежит. Обана! Есть. Пускай я убью тебя. Всех убили опять? Да. Да ну, пацаны. Ладно, давайте сейчас сделаем раунд, когда можем брать только спринт Бонни. Я думаю, это будет по-честному. Ну очень легко. Ну давай, мы готовы. Сейчас придется тот, кто в лаву упадет. Это будет хорошо. Я буду здесь стоять. Тут можно убежать. А нет. Все, ты машешь тут крыльями, такой ветер делаешь. Ну давай поиграем, давай. Опа! Косой! А без мини-хопчика. Нет. Эй, а без ножа. Нет, не хочешь, да? Как хочешь. Без ног. Давай, иди сюда, махай, махай. Опа-па. Косой. Чего такой долгий? А ты знаешь, что ты сам захотел этот раунд? И будешь ты страдать долго. Не поймал. Ого! Мы еще успеваем его бить монтировкой. Пацаны, давайте монтировкой можно бить. Давай, офигели, слушай. О, мы сейчас тебя будем, бейте его все. Бейте. Не жаль. Сейчас вы меня забивать, да? Я буду тебя бить. Сколько у тебя жизни? У него жизни 980, можно и вывести. Уже меньше. Эй, не стреляйте по мне. На, я его сейчас ударю. Пацаны, кто не боится его монтировку ударить? Я не боюсь. Давай. На.
Да ну не стреляйте, новые рулы! Ой! Короче, ребята, мы троллим аниматроников сегодня. Лох! Давай, иди сюда, да? Ты не сможешь нас убить. Упал! Пацаны, ну что, кто-то сейчас будет еще одним... А, там не лава, блин, он в лаву упал. Я чуть себе туда не подставил. Ой, я на мосту буду стоять, на мосту самое лучшее. Во. Кто там по мне стреляет? А он не убьет меня. Он лох, да, я так. Ну ты видишь, он не умеет играть. А, вот так, да? Да, да, да. Ой, Саня прячется, я понял. Он бежит, бежит. А что вы там секунды стоите оба? Кто секунды? Я тебе могу на голову только нассать, разве что. Не забываем ставить лайки, подписываться. И заходите в наш Дискорд, пообщаемся. Давайте добьем до 50 тысяч. Осталось немножко. Совершенно верно. Я не летал. Чем больше лайков, тем больше настроения с каждым роликом у нас. Поэтому давайте сделаем то, чтобы мы улыбались, как Доди. Ой, как просто классные пацаны. Во, пацаны, кто не боится здесь повыживать? Я не боюсь. Давай, иди сюда, аниматроник. Давай, ПВП. Смотрите, как я его сейчас буду обманывать. Опа-па, с этой стороны. Ну-ну-ну. Хоп-хоп-хоп. Нет. Олдовый, ты что, испоганился вообще? Огурец, смотри! Смотри, там огурец внизу, вот там вот. Смотри! С правой стороны огурец, вы что, не видите его? Блин, это жесть, что творится. Сейчас уже пацанам немножко тяжелее. Ну да, нам легче. Да ну я, это ты меня столкнул, я поскользнулся. Вот, бежит, 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 смотри, я прыгаю. Опа. Не смог. Он долго бьется, я знаю. Он рахит какой-то вообще. Кто им управляет, тот такой есть. А, вот так, да. Конечно. Я тоже видел. Так, я буду здесь выживать. Так, по камень, что? Два аниматроника, больше еще никто, да, не стал? Ой, а сзади меня бежит, впереди меня. Кто хочет помочь еще нам? Никто. Что? Красиво тебя обманул. Почти вот так. Это жесть. Гусонек, ты меня стопорил, чуть не встрался. Убили! Молодец, ОЛТВ, красавчик. Это я решил помочь. Респект и уважуха. Да ладно, слился-то и слился, признавайся. Не, он хотел меня пропрыгнуть, я убил его. Понял. Я видел. О, огурец, окружай огурца. Блин. Тут такие нычки, конечно, имбовые есть, но если я туда запрыгну, я уже больше не вылезу. Ну блин. Все, я стою здесь на острове. Кто ко мне не боится идти из аниматроника? Я... Давай, гусанек! Будем с тобой сейчас тут тащить. Иди сюда. Ты шо, гусанечек? Ну это же иди, честно. Быстрее, быстрее ко мне иди. Нет, я не буду. Аниматроники, там гусанек сидит возле стены, смотрите. Один вниз улетел. Убейте его! Да вы издеваетесь! Но... Есть! Как... Есть! Это было сильно, кстати. Прям головой ударился, в него он живой остался. Так, они бегут за мной. Сзади, сзади. Гусунёк, ты не умер? Я думал, сзади. Ты слился. Да он лайкер. Блин, это жесть, их все больше и больше. Так, кстати, давайте перекличку. Кто живой? Гусунёчек, ну что, сейчас будет решаться, кто из нас выиграет? Ну что, один, я тебя лично убью. А гусанька не хотите убить? Я хочу выжить. Здесь. Пожалуйста, не убивайте меня. Саня, давай, скажи. Вы что, издеваетесь, пацаны? Я просто красиво проскакал. И сейчас наш ноги поджал. Красиво. Так, 46 хп у меня все меньше и меньше. Дима, дышка, давайте заставлять его, чтобы он прыгал с высоты, и так он сдохнет. Нет. Да. Я буду жить всю жизнь. Я никогда не умру, потому что гусанёк должен слиться. Понимаете? Лучший игрок это я. Сейчас решается. Я поспорил. Ну блин. Кто кого? Это мощь. Ну, Дим, тебе повезло. Дима, сейчас я выбью. Знаешь, как это сложно делать? Блин, это жесть как. Не, я вообще. А! Блин! Я так ноги. Ребят, я так давно не выживал сильно, прям страшно. А, в лаву! В лаву! Нет, я живой, я живой, я живой, пацаны, нет! Видите? Видите, как это делается? Блин, очень насыщенный момент. Очень, я хочу выжить. А чего вы гусанька не убиваете? А
потому что мы тебя хотим. А так это нечестно, гусунек заныкался. Вот он, я буду с ним идти. Гусунечек, я буду с тобой, чтобы тебя убили тоже. Ага, я, кажется, нашел внучку. Ну блин. Вы думали, там буду сидеть? Нет, 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 я хочу жить. Надеюсь. О, гусанёк, иди сюда. У меня 26 хп, понимаете, это все. Дима, какой ты какашка? Да я просто хорошо играть умею. Ну блин, ну почему вот я... Блин, это класс. Очень хочу, ну блин, я хочу, чтобы гусанёк проиграл, ну убейте его. Ну блин, повезло тебе, Дим. Ну я прочитал. А! Ё-моё! Ну блин! Вот это был лящ! Это лящ мечты был, просто зарядили. Я видел, куда Санёк убежал. Все, давайте, все за гусеньком. Я видел. Дима, ты что, не видел? Ой, блин, не того взял. А он по башне бежит. Какой башне? Сбоку. Я хочу убить Гасанька лично. Не убьешь. Убью. Есть! Есть! Блин, я не думал, что там легко так бегать. Ну что, пацаны, я считаю, что надо сделать раунд PvP, чтобы узнать, кто из нас лучший аниматроник. Повезло. Рахи! А как такое может быть? А нет, я не свечусь, как умерший. Я так текстур. Я, кстати, не умер, да, у меня бы светилось справа. Опять смотри, я убил тебя. Да что я тебя тащу под землю? Это... Смотрите! Опять убил. Вообще. Пацаны, не летайте, мне что анимация сработает, что я вас убиваю, а я хочу выиграть пацанов. Рахит! Я умер. Все, гусанёчек, ну как ты это сделал? Да этого же масса. Че, гусанёк выиграл? Нет, я живой еще. А, ну давайте будем смотреть. Давайте, пацаны, покажите, кто из вас лучший аниматроник. Давай, гусанёк, резко, резко напади. Я что-то заподозрил, что ЛТВ включил автокликер. Нет, я без автокликера, все честно. А у тебя радиус больше. Ну, гусанёк, давай на мост, выходи, ну, не ссы. Есть! Ай-яй-яй, автокликер. Ладно, проиграл гусанёк. Ну, красивый был раунд. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.